отказался от иска. Бывший адвокат Сергей Гартинген больше не хочет судиться с телеканалом «Интер» и героиней нашего сюжета Тамарой Панченко. Я напомню, после серии наших материалов о квартирных мошенниках в Черкассах, фигурантом которых, собственно, и был Гартингер, он решил подать иск о защите чести, поскольку якобы журналисты его оклеветали. Слушания тянулись почти год, но ни на одно из заседаний Гартингер так и не явился. За это время его успели лишить адвокатской лицензии. Героиня нашего сюжета смогла через суд вернуть квартиру, которую Гартингер с подельниками отнял у ее свекрови. А сегодня экс-адвокат и вовсе подал ходатайство оставить иск без рассмотрения. Это совершенно предсказуемый результат. Только что суд своим определением оставил без рассмотрения иск господина Гартингера о защите чести, достоинства и деловой репутации.